Всем привет! Для тех, кто не знает, меня зовут Леся, и вы на канале «Дамочка на рыбалочке». В этом видео речь пойдет о том, как вырастить на своем участке или на своем огороде или даче грибы опята. Наверняка вы видели, что продаются семена с названием разных грибов, что нужно, например, посадить эти семена под деревом, там, под пенечком, и все вырастет. Вот честно, сколько раз приобретали что-то подобное, никогда у нас ничего не вырастало. А у вас, если вдруг удалось вырастить, поделитесь в комментариях. В любом случае, вот этот метод очень действует. В конце видео, конечно же, расскажу, как добиться такого результата. Так что досмотрите видео до конца, и я надеюсь, что это видео станет толчком для того, чтобы вы тоже выращивали грибы на своем участке. Обычный частный дом. Перед домом во дворе кусты малины. И, по сути, куда ни посмотри, везде растут у нас здесь опята. Вот опята. Я их чуть позже срежу. Вот опята тоже, смотрите. Их достаточно много, то есть вот они, какие-то из них только-только вот вылазят, вот посмотрите, малюсенькие. И вот малыши, здесь малыши, вот они, грибочки, смотрите, какие хорошенькие. А вот прям засели тоже много, немножко в другую сторону пробираемся, тоже опята. По сути, они здесь везде, все кусты малины заполнены опятами. Вот они, вот здесь, вот впереди, только-только-только лезут самые малыши. Вот они. Да и вообще, вот, в принципе, говорю, куда ни посмотрите, здесь везде будет много-много опят. Вот просто на земле, вот здесь, возле дома, вот прям. Видите, какие хорошенькие утки бегают по двору, пасутся. Вот они опята. То есть, говорю, везде среди кустов, везде одни опята. Вот, 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 вот. Весь этот пятачок с малиной, все в опятах. Утки, пойдемте еще поищем. Идем дальше. Вот они у нас опята. Вот, вот здесь прячутся опятки. Вот здесь. Вот они, красавчики, растут. И так они будут расти из года в год. Теперь, собственно говоря, то, ради чего мы здесь собрались, да? Значит, как же мы вырастили такое количество опят у себя во дворе? Точнее, во дворе у нашей бабушки. Все просто. Просто когда мы ездили в лес и собирали опята, их, естественно, обязательно нужно перебрать. Эти вот все очистки, все остатки, какие-то где-то корешки мы просто рассыпали там, где хотели бы, чтобы у нас выросли опята. Вот буквально 2 года наших стараний, и опята теперь у нас будут расти каждый год. Поэтому не обязательно покупать какие-то семена грибов, а достаточно просто сделать вот таким вот образом, как я вам рассказала, и все у вас получится. Брала немножечко себе опяток, как раз картошечку пожарить нам хватит нашей семье. Вот. Вечером можно еще срезать, потому что они растут махом, очень много гвоздиков. Надеюсь, информация была вам полезна. Если да, то ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами была я, ваша Леся, и канал «Дамочка на рыбалочке». До новых встреч, пока-пока. Кстати, это Томская область, если вдруг кому-то станет интересно.